бывший рынок на бульваре Нагина заметно преобразился. Еще весной здесь был установлен современный крытый павильон. Сейчас активно идут работы по созданию пешеходно-прогулочной зоны. Подробности в нашем сюжете. На этих кадрах рынок на бульваре Нагина, каким он был более двух десятков лет. Палатки, старые ларьки, узкий проход между ними. Сейчас территория постепенно превращается в современное пространство. В большом павильоне площадью почти 1000 квадратных метров уже идет торговля. Предприниматели начали заезжать вот в такие отдельно стоящие павильоны. Основная цель все-таки этой территории – это возможность отдыха горожан, комфортная среда и попутно торговля. Теперь бульвар Нагина действительно похож на бульвар. Территория выложена брусчаткой, частично установлены скамейки. Вместо старых аварийных деревьев высажены клены, идут работы по подготовке чаши фонтана. Вот на этом месте скоро появятся перголы и сцена, где будут проходить массовые мероприятия. На благоустроенной территории сохранятся места для социальных рядов. Закончить все работы планируется в течение 2 месяцев.